Мы лохи сейчас, я тебе говорю, мы лохи. Они у тебя стерлись. Конечно. Чем мы останавливаемся? Все, не поедем дальше. Ничего. Как в то время замерзнем. Да. Ужас, вот именно, сегодня минус 16, это еще раз. Это замерзли. Что? А похолодало, да, чуть-чуть? Потом или мы уже долго едем на улице. Что, будем опять еще в Гринфильм? Не, я не буду. У нас времени нету куда. Я понял. Сначала сильно крутые повороты и ух, кто-то полетел. Да, конечно, не смешно, но... Да что, смешно. И это... Сколько мы? Час спускались? Да, наверное, полтора. Полтора вот это часа. Не, ну для первого она... Ух, ля несется. Вообще... Слушай, лучше бы я сноуборд взял, я тебе отвечаю. Что-то на нем я так понял, легче ездить. На нем как-то понял, устойчивее. Ух, я вот сюда так боялся, представь. Мне кажется... А я, ты прикинь, да, куда лететь? А что-то там и лазил. Я вот то, если вижу, что туда не туда еду, я сразу так падать надо. Падаю. Так.